Привет, ребята, и сегодня у нас будет собачий ералаш. Да, ребят, сегодня мы будем снимать собачий ералаш. Ну, точнее, это будет не собачий даже ералаш, а щенячий. Потому что ералаш в основном для щенков. Но если это видео наберет много лайков, мы снимем собачий камеди. Ну, это уже будет камеди, и не для щенков. Да, Лайма? Конечно, конечно, я уже придумала материальчик. Так, не рассказывай, может быть, нам его снимать и не придется. Ну ладно, ладно. Ну что ж, ребята, а мы начинаем. Ну все, Альфик, мы уже начали, давай, 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 иди туда. Ты что ты застыл? Не понимаешь? Иди туда. Зачем? Иди туда, тебе говорят. Ну ладно, ладно. Увеличь меня. Сейчас, подожди. Да стой ты, подожди. Ну, видно морду? Видно, видно. Хорошо? Хорошо. А ну, уменьшь. Все, вот так, идеально. Давай. Так, включай, дубль. Уже работает. Так, блин, выключай. Теперь включай. Перед началом видео, ребят, я хочу сказать вам, что если у нас на канале наберется 100 подписчиков, то у нас родится ребенок. Да, вот. А какой пол мы узнаем, когда у нас будет 50 подписчиков? Ну, по крайней мере, мне сказал так Альф, а сейчас он ушел. Я не ушел, я здесь! Ну, Альф, хватит влазить в кадр, уйди. Я ничего тебе не говорил. Ну, ладно, ладно. Это мне сказал доктор, а потом он сказал тебе, а потом ты мне. Ну, это, короче, так получается. Поэтому, ребята, давайте наберем 50 подписчиков, чтобы... Мы узнали, какой у нас должен будет ребеночек, кто мальчик или девочка. Если честно, я хочу девочку. А я сказала мальчика, что ты врешь? Быстро давай мальчика. Нет, я девочку хочу, а я мальчика, а я девочку. Все, быстро. Альф, достал уже. Я девочку хочу, что непонятно? А я мальчика хочу, что это значит? Непонятно, что ли? Все понятно, хватит, 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 хватит. Хватит, тебе уже 100 раз сказала. Ой, камера куда-то поехала. Нет, я сказал тебе что? Что значит хочу мальчика? Вот пока мальчика не будет, не помогу. А как снимать будем? Не знаю. Помогай! Ну, Альф, блин, у меня не получается. Помогай давай. Вот вредный. Как мне это сделать? Помогай. Вот, ну вот, тебе еще на Лайма поехала. Не собираюсь. Ладно, будет мальчик. Окей. Да что ж такое? Почему, когда я говорю девочка, все время она заваливается? А потому что я хочу мальчика, значит, будет мальчик. Да ну тебя, сам понимай. Ну ладно, ладно. Останови ее только так, чтобы она, это, того. Что того? Никуда не поехала. А то поехала уже. Один раз. Ужасно было. Как меня видно? Идеально тебя видно. Не завалится? Девочку хочу. Ах, ты что мне сказала? Что давай быстрее ералаш снимать? Тут какой-то нечеткий стал. А так? Теперь снова ты нечеткий. Видишь, вали отсюда, значит, девочка будет. А мы, ребята, наконец-то уже начинаем снимать наш Ай. Альф, ты что тут с подиумом сделал? Хи-хи-хи-хи, камушек подложил. Ты издеваешься? Начинаем снимать ералаш. Отстанет меня. Дорогой, дорогой, ты где? Дорогой, дорогой! Да, что такое, что такое? Ты не взял мою сумку, а то я, блин, на собеседование иду, а сумочки найти не могу. В чайнике посмотри. Что? Что? Мы просто с Юми вчера, ко мне Юми приходила вчера. Что ты сделал с моей сумкой? Где она? Ну, я же говорю, что мы просто с Юми проводили экспертизу, что выдержит в горячей воде 100 градусов. Сумочка твоя, правда, немножко покосилась. Где моя сумка? Кажется, в урне. Ты издеваешься? Дорогой, там ее нету. Ой, значит, я сегодня утром мусор выносил. Что это с ней? Я же... даже ничего не сказал. Странно. Дорогой, мусор увозит машина!
значит, я тебе куплю новую. Чтоб с шанелевскую купил, понял? Прям как в клипе. Да ладно, ладно. Как же я без сумочки пойду? И что там было дальше? Ну так вот, я там увидела очень-очень много соединительных лазерных цветов кабией. Да, и что ж ты сделала? Ну, я-то Альфу помогала много раз, и знаю, кто такой Кабей, Кабей. Юми. Ну, надеюсь, тебе это не надо объяснять. Что? Что не надо объяснять? Ну, про кабели. Конечно, они такие соединительные, специально нужны, чтобы ток проводить. Зато я знаю, кто я! Кто? Покемон Юмичу! Фух, а я испугалась. Юми, ну пошли гулять. Ладно, пошли. Ну, у нас, ребят, получилось вот такое вот видео. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Я очень хочу узнать, кто же у нас все-таки будет. Девочка, мальчик, девочка, мальчик. И если вы не заметили, то мы поменялись местами. Ну да, вот так-то. А еще мы можем кружиться. Я покажу, как мы можем кружиться. Ну ладно. По-моему, уже хватит кружиться, да? Ну да, я согласен, в принципе. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, и мы уже это сказали, поэтому всем пока! Да что ж такое? Где там это? Где? Сейчас найду, подожди. Так, вот она, закрывай ее лапой. Пока! Давай, вырубай быстро, вырубай!